Серьезный вызов национальной безопасности – источник угроз для каждого отдельного человека и для всего общества – это терроризм. Чтобы противостоять ему, нужно сформировать и утвердить антитеррористическую идеологию, прежде всего в молодежной среде. Эта важнейшая задача, стоящая перед российским обществом, успешно решается и в Славянском районе. С 15 октября в течение месяца среди славянской молодежи прошел конкурс макетов баннеров «Молодежь против экстремизма» в рамках празднования Дня народного единства. Цель конкурса – формирование у молодежи правильных патриотических взглядов и жизненных принципов. Участники конкурса были приглашены в районную администрацию, где состоялся разговор о том, как важно, чтобы вредные семена экстремизма не давали опасных всходов в молодежной среде. Если мы будем общаться, если мы будем понимать проблему, если мы будем действительно серьезно влиять на эту проблему за счет того, что организовывают мероприятия массовые, организовывать самые различные направления. Я считаю, что эту работу должны проводить все. Необходимо молодежи, в первую очередь, которая легко поддается чужому влиянию, помнить о том, что это политики, которые испытывают какое-то недовольство по отношению к нашей стране или какие-то планы по отношению к нашей стране, агрессивные планы, пытаются разыграть эту карту и стравить наши народы на религиозной почве в том числе, и на том, что один народ может быть лучше другого. Поэтому здесь просто молодежи быть бдительной. Работа по предупреждению распространения идей, практик экстремизма и радикализма в среде молодежи в нашем районе проводилась и раньше, и потому был сформирован положительный настрой на спокойную, созидательную жизнь. После подведения итогов конкурса были награждены самые лучшие в различных номинациях. Красной нитью через все мероприятие прошла мысль, что только объединив усилия всех заинтересованных служб и подходя к решению вопросов творчески, можно и нужно поставить надежный заслон распространению экстремистских идей. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».